Всем привет! Смотрите, новая моделька от фирмы Butterfly Lizaline 9. Кроссовочки просто песня. Вот Даня себе их приобрел. Сегодня будет тестировать. Люди подумают, что я все деньги трачу на клуб. Топ спин. Не на клуб, а на свое удобство. Кроссовки по первым ощущениям удобные, так же как и рисунки. Так, друзья, Даня отыграл турнир в новых кроссовочках Butterfly Lizaline 9. И давайте послушаем его мнение об этих кроссовках. Даня, вот, как тебе было удобно, неудобно? Вот расскажи все как есть. У меня есть телефоны тоже от Butterfly, они более мягкие. Эти мне больше нравятся за счет того, что они чуть-чуть пожестче. Это, ну, нога, она как бы не проваливается. Больше контроля, больше сцепления и нет вот этих вот перегибов каких-то. Но вот чуть напутал я с завязкой, мне давило правую ногу, а левая идеально. Но кроссовки топ. Если бы не вот эти блестяшки Барби, это был бы просто... Вон, смотрите, как блестится. Это был бы просто кайф. Ну, в целом, если подытожить, модельку ты бы советовал бы, да? Конечно. Моделька хорошая. Ну, еще время покажет, как они будут держать. На износостойкость, правильно? Ну, мне кажется, что все будет хорошо, потому что это новая модель Butterfly. Я думаю, они учли свои ошибки. Все хорошо. Мне очень нравится. Спасибо. Нам было важно спасибо, знать. Топ спин шоп. Нам было важно знать твое мнение про новые кроссовочки. Все, если кто захочет такие купить, вы знаете, где их купить. Даня, еще раз скажи, где ты их покупал? Топ спин шоп. Доставка один день. Все, спасибо.